а мы сейчас париться, попросила включить свет, меня ждала вот здесь такая прям реально темная, интимная история. А это вот наша любимая модель. Все, аккуратненько здесь просто. Ложись на спинку. Начинаем дышать, сейчас дадите воздуха свежего. Красавица. Нужен буду? Да, Николай, вы еще пока полежите. Мы сейчас сфотаемся. Молодцы какие. Давай, папа, я здесь, Олюшка. Нет, ты отдохни в любом случае, если самый. Отлично. Нет, сейчас я ее на животик перевяжу. Кошечка меня. Оль, здесь окошко закрываю? Да. Ты знаешь что, чуть-чуть подними головушку. Ага. Сейчас немножко подыши, пару вдохов, и будешь выходить. О, почему никто не снимает? Вот это же вот все. Сама маска, кто-то потом.
Николай Николаевич. Ну как вам, пациент? Ну, о. Наш человек. Это точно. Наш человек. Ну, Юля там. Справится. Угу. А то я же... Ну ты же сам напросился. Не проходил у нее этику. Я же такой 8 раз необразованный. Я хочу занять его место. Валерий, отойдите. Ну, у меня свое полотенце, я вообще здесь. Пара слов о вашей собачьей жизни. О, как хорошо. Вот так. Валерий. А как называется программа? Как это называется? Ладушки, да? А вот это Валера. Скандалей было много. Николай, снимай трусы, ты Серега, снимай. Давай. Серега, этот самый, вот такой. Мы можем уже так вот. Серега, сейчас. Мы же аккуратно можем. Ну что, снимем к нему портфель? Можно, Серега? Да. Остудить наружное. Ух. Ага. Верхняя влажность, да? Николаевич, верхняя шкала это что? Верхняя влажность. Зависит, нет, нижняя влажность. Большая влажность, температура. А верхняя либо температура, либо точка расхода. Верхняя 43, нижняя 37. А нажми ДП, чтобы дебоин вот был, тогда будет понятно сразу. Вот эта температура 62, влажность 36, а вот точка росы 42,5. Здесь вот наиболее картинка ясная и четкая. 46,5 точка росы. Вот такой вот. Это для съемки. Вот так берете листочек и снимаете. Все, можно снять все, что хотите. И листочком можно. Заплёвывает. А что это такое? Ага. Отчего лист? Отчего лист? Платан западный. Это что такое? Насекомор. Ну ты выдумала. Нет. Ну только что я видел. Нет. Да как он может быть? Насекомором. Вон лежит сикамор. Там их даже два. На контрасте. О, отлично. Как все? Я еще не переоделся. Ну ладно. Итак, что же такое все-таки вкусный пар? И откуда пошло это значение слова? Мы сегодня выясняем на фоне всего вот этого происходящего. Я морже не знаю, пар. Что такое вкусный пар. Я знаю, не как различать вкусы пара. Ну, продолжай, тебя снимают. И я это начинал еще. То есть в открытом доступе, в поиске, можно найти с 2016 года. А сама методичка Она у тебя, по-моему, 14-го года. 2015-го. Занятия я начинал в 2014-м с этим именно вариантом. Поэтому, а поскольку секрет вкусный пар был зарегистрирован
в 2016, да, вернее, заявка подана в 2016, а принята в 2017, то в данном случае надо сказать, что это попытка, значит, не этичного воровства. Ай, аккуратней. Что это ты мне на голову положил? Это Валера. Знакомьтесь. Николаевич, я помню историю, когда в 2010 году Вася Ляхов все время говорил: вкусно, вкусно. А Николаевич решил уточнить: вкусный пар. Нет, я так никогда не говорил. Я говорю про секреты вкусного пара. То есть я говорю про вкус пара, а не про вкусный пар. Вот. У меня есть богатый пар. У меня есть бархатный пар. Есть пушистый пар. Честно говоря, все запатентуют. Аккуратнее. Все запатентуют. А все это выложено в открытом доступе. И патентовать то, что уже... Ты не на те точки жмешь. В открытом доступе. Смотри, как его несет. Я как раз на те точки жмешь. Он все выдает, ё-моё. Зажигай! Я буду здесь. Ребят, ну короче, здесь есть все. Знаете, повод завидовать вот реально есть. Я редко когда завидую. Была в крутых банях. Блин, Юля, вам я завидую. Да. Не жесткие. Состояние, когда любишь всех. Все, отдыхай. Ребят, у меня здесь очень темно. Не выключили свет. Ну, я же начинающий блогер. Вот он я. У меня, на самом деле, сейчас вообще состояние такое. Мышцы вибрируют. Наверное... Ну, давно такого не было, а может быть, вообще никогда не было. Даже сейчас не могу сказать. Но очень здорово. Прыгерчик. Тише, прыгнула, тише. Это младший из внучков или старший? Я даже это не... рыжий из внучков. Это хранитель места. Место? Это Руся, да. А это она? Это он. Это кот. Он у нас кот в здравнице, где участвует. И ты со мной теперь? Вообще на всех мероприятиях. Направила со мной. И направила, и на огонь, и в баню. Прикинь? И везде. Это терапия. Да. Ты наглый. Был бы я рыжий, я тоже такой наглый. Да, это Ольга. Только Бергольск. Бергольц. Санкт-Петербуржск. После внучков, после няни, после здравниц, Ольга Валентиновна, живая, здоровая. Что происходило, что делали и ощущения? Быстренько говори. У меня сегодня было две процедуры комплексных. Это правило, это правка на правило, причем по индивидуальному запросу. И массаж огнем. Массаж огнем? Да. Это то, на что я хотела поимпасть уже 15 лет после первого раза в Китае. И, ребят, это то, как надо делать.
Спасибо, Ольга Бергольц. Пожалуйста. Расцвела под окошком белоснежная вишня, и за тучей далекой показалась луна. Все подружки по парам в тишине разбрелись, только я в этот вечер засиделась одна.